Эпиляторы, предназначенные для удаления волос с различных участков тела, делают кожу гладкой и ухоженной. В головку дискового эпилятора встроены небольшие пластины. Во время вращения они смыкаются и удаляют растущие по одной линии волоски. В пинцетных специальные щипчики захватывают по одному стержню, благодаря чему эпиляция менее болезненна. Количество дисков и пинцетов влияет на скорость и качество удаления волос. Металлические – самый распространенный и дешевый вариант. Керамические лучше справляются с удалением ослабленных волос и не вызывают раздражений при контакте с кожей. Фиксированная головка предназначена для удаления волос с ровных поверхностей, например, ног или рук. Плавающая повторяет контуры и изгибы тела. Съемную можно промыть и продезинфицировать. Двойная сокращает время эпиляции за счет использования большей поверхности. В устройствах с регулировкой скорости можно изменять интенсивность вращения головки. Насадка для чувствительной кожи предназначена для деликатной эпиляции. Точечная для удаления отдельных волосков, например, на лице. Насадка для пилинга отшелушивает ороговевшие частицы и ухаживает за кожей. С насадкой для бритья устройство можно использовать как электробритву. Триммер постригает слишком длинные волоски, что облегчает процедуру эпиляции. Массажная оснащена резиновыми роликами, которые расслабляют кожу. В комплект поставки может входить специальная рукавица с охлаждающим гелем для домашней анестезии. Устройства могут работать от сети, встроенного аккумулятора или батареек. С функцией сухого и влажного бритья эпилятор можно использовать во время водных процедур. Со встроенной подсветкой вы не упустите даже самые тонкие и светлые волоски. Теперь вы можете подобрать нужный именно вам эпилятор. С вами был ДНС. До встречи!